Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 1 ноября. Мы в районе Архач-Бакшиш, недалеко от города Мерсин, на Средиземном море. Пришли купаться. Сегодня сильные волны, вода теплая. Люди заходили в воду. Можно волну ловить. Но купаться не сильно получится. Сейчас немножко сниму вам здешний пляж. Это вот дома здешние. На самом деле здесь очень много домов. Вот на первой линии. Дальше очень много новостроек высоких. А это здешний пляж. Сейчас, конечно, людей поменьше, когда сезон, людей гораздо больше, наверное. Сок теплый, собачка здесь лежит. Вообще, на самом деле, в этом городе, в этом районе мало собак, в основном кошки. Давайте спустимся к воде. Снова море немножко. Вот смотрите, какая волна. Рядом с нами небольшой пирс. Там рыбаки ловят рыбу. Вот за пирсом также пляжи. Пока я иду, снимаю. Не забудьте подписаться на наш канал. Вот дерево большое. Здесь очень много зелени на самом деле. Вдоль набережной полностью дома, новостройки, и протяженность пляжа очень большая. Подписывайтесь на наш канал, друзья, ставьте лайки, пишите комментарии, если есть что написать. До встречи в следующих видео. До свидания.